У меня еще максимум 15 минут. Вы на Халионе стоите уже, да? Да. Чё, вайпов дохуя было? Два. А я в отме или в свету? Младший лейтенант. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Мальчик молодой. А я, получается, диспелю первую и третью, да? Пытается так? Хоть вкачал, блядь. Вот зачем вы стоите под боссом, нахуй? Потому что, блядь, под пузом падает метеор. Нет, он упал под пузом. Я не знаю, почему под пузом он упал. Я тоже видел, где он падал. Заходи. Один процент. Куда? На одну сторону идите как-то. Thank you.
Жмись. Младший лейтенант, свет вышел быстро, блядь. Только не перед лицом, на-на. Он не успел, блядь. Побежали. Я процентов не вижу. 28. Голдберг выбежал. Я прям материально сидел. Пробежали метеор. Какой еще? Говорит, ну, я типа того, что-то. Он сюда форум, короче, скинул, написал на релке, да, вот. Стой, пишет, вот что хило подбежал. Танк перебежал, танк перебежал. Экстурка. Турка. Под животом, а не так, на. Сколько материальности? Готовьтесь, Свет. Голдберг выбежал. Прибежали. Три чешки, но не тех, которых надо. Чешки. А за, блядь. Ебать. Ебать, конечно, РЛ, я в шоке от тебя. Нет, Вадь, я с тобой никогда не понял. Я всегда так с чешками, а? При мне это, короче, третий раз с тринями. Не слушай его, он сейчас там пиздит. С ними кайфово. Пидор! Ой, прости. Там кадровый игра. Я при Лемон шел, он роли чешку лемовскую. Ну да. Так, а кому чешку хиловскую отдали? Мне. Я там кадру, я типа по ролу 79 кинул. Не, я смотрю, просто тут народ есть и не с гильдии вроде, ты добирал пугал. Не лишний упал хотя бы? Нет, конечно. А, так тогда понятно.
Че, все чешки забрали пуги? Да. Нет, а этот, хиловскую танкодрузу. РДДшные чешки, точнее, я говорю, ушли, да? В смысле, две РДДшные чешки упали? Да. Да. Ты что, ёбнутый нахуй? Бунт, бунт! Всем привет, кстати, ребят. Да. Мастер. А нахуй ты стримера в гильдию брала?